Всем привет, добро пожаловать на мой канал. У меня сегодня новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Давненько не снимала вид из окна. Это мой завтрак, и я потом поеду в студию. Это бутерброд с овощами, каша и кофе. Ну, стандартно. Я уже провела занятия и иду от Новослободской в парк к метро ЦСКА. Парк Ходынское поле. Гуляю. Я уже от Завеловского иду к Динамо. Вот парк, не доходя Динамо, метро. Тоже мне здесь очень нравится, в принципе. Но я как-то так основательно здесь никогда не гуляла. Так, один раз прошлась. Ну и вот регулярно, когда иду непосредственно к ЦСКА, здесь хожу. Но в целом тоже очень такой хороший парк с хорошей энергетикой. И летом тут красиво, и зимой тоже. В общем-то, мне нравится. Сейчас как раз зайду в Арена Плаза, скорее всего. Фонтаны. В общем, мой любимый маршрут, как вы понимаете. Ну, это кто смотрит видео постоянно, знают, что я тут частенько хожу. Сегодня, надеюсь, удастся хорошо погулять, долго. Ну и нужно зайти в магазины еще. Так, купила в KFC мороженое. Это вот как раз Арена Плаза. Я в туалет заходила и заодно в KFC потом зашла. Не знаю, захотелось мне. Я думала, куплю в Ашане мороженое, но что-то мне именно сейчас захотелось. Поэтому решила взять. Раньше я как-то... Ну, изначально мне не понравился этот торговый центр, но сейчас он мне в принципе нравится. Здесь все про спорт. И тут, в общем-то, классно. Ну, захожу по пути. Видите, какая красота тут. Перехожу по подземному переходу, но, в принципе, там останется не очень долго идти, минут, наверное, 10, но, может быть, не спеша 15. Раньше я в другом месте переходила, это потом я уже здесь стала, но здесь поприятнее. Хотя сейчас там все равно будет на улице такой не очень хороший переход через дорогу, не самый удобный. Ну, я уже как-то привыкла, это сначала меня шокировало. Сейчас нормально. Ну, может быть, там есть и другие варианты. Ну вот, я уже в парке, качаюсь на качелях. А вон тут одна качель, она почему-то сломана, две как-то промяты внутрь, но, в общем-то... Не мудрено, потому что некоторые несознательные люди и с ногами встают, что только не делают. Вот. Наконец-то, в общем-то, все лето было упущено из-за всяких запретов, но потом их... Да, здесь еще те самые гамаки повесили. Кайф, короче. Шикарный вид. Так, ну я уже накачалась до того, что меня просто укачало. Вот видите, гамаки висят. Гамаков, конечно же, меньше, чем желающих на них полежать, но как бы в любом случае хорошо, что они есть. Красивый вид. Я прям, у меня настроение вообще сразу поднялось. Водоем. Ну вот странно, что вода пахнет не очень приятно, не как обычно вода. Когда вот гуляешь около водоема, здесь как-то странный запах такой. Но сам по себе он очень красивый, конечно. Вот. Продолжаю прогулку. Тут вот где детская площадка. Так, я расположилась наконец-то. Мой плед, подушка, все такое... Мятная, красивая. Купила фрукты, персик и сливы. Тут еще взяла вкусняшки всякие.
чай, кружка, там у меня раскраски. Лежу, наслаждаюсь. Как я уже сказала, меня укачало, поэтому сейчас пытаюсь отдышаться. Я долго качалась, минут 30, наверное. Это, конечно, было моей ошибкой. Вороны пожаловали. Довольно-таки крупные, отборные. Вид, где я лежу, с другой стороны. Решила походить, намотать круги. Мне нужно, я люблю в день километров 20 проходить. Здесь вот тоже классно. Нравится очень. Сейчас пойду в обратном направлении по этим аллейкам. Вообще здесь круто в любое время года, но сейчас особенно. Зашла в Икею. Мне тут кое-что просили купить. Ну и хожу, смотрю. Отдел с игрушками. Ну, конечно, миленькие игрушки. И я смотрю, здесь и большие, и маленькие. Сова прикольная. Но, не знаю, раньше я очень любила мягкие игрушки. Сейчас, конечно, немножко к ним изменила свое отношение. Конечно, все милые, но... А в итоге это полисборники. Вот. Поэтому я как-то, даже если мне что-то хочется купить, я не беру. Ну и потом, куда это складывать? Это реально все пылится и тому подобное. Но так, посмотреть, походить, это мне нравится. О, вот этот слон классный. Даже вот эту мелкотню и то... Куда-то надо ставить. Так, если одну купить, но не знаю. Пока желание не появляется. А вот и большой слон. Не, ну он, конечно, классный. Очень классный. Приятный такой. На ощупь. Вот это, по-моему, очень пользуется все популярностью. Когда так люди выходят из торгового центра, у многих вот эти... рыбины. Тоже тут всякие конструкторы. Ну, как-то ассортимент в основном один и тот же. Это, если что, Икея Авиапарк. Здесь два этажа, то есть достаточно большой ассортимент. О, это у Шастика домик был, потом я ее выкинула, потому что он там напачкал, когда я была в Питере. Ну, для меня, к счастью, дом все-таки занимал много места и стоял в балетном зале. Теперь полно свободного места. Уютненько. Вот эта зеленая штука у меня есть. О, тоже прикольно. Любимый цвет. Народу жуткое количество, не посмотреть, не поснимать толком. Ну, в том плане, что все толкаются, так-то мне без разницы, а головы только снимать. Это вот у меня есть такой сервант в гостевой стоит. Красивая посуда, но много что продается комплектом. Вот эти тарелки. О, вот эту я когда-то хотела и почему-то в Икее не смотрела. Так, уже вышла из Икеи. Иду в Ашан. Ну вот, тарелки там мне тоже понравились. Они по 4 штуки. Ну, жесть просто. А мне не нужно столько. Мне максимум 2, а лучше 1. Потому как я как-то особо... Званных ужинов я не устраиваю. К тому же у меня посуды для там стола много. Этот знаменитый аквариум огромный. Вот. Оттуда залезают кормить рыб, к
как я понимаю. Не помню во сколько, он в 7, что ли, вечера кормят. Я уже дома. В Ашане я купила, значит, в этом пакете у меня рыба, потому что я как бы уже говорила, решила там провести эксперимент и немножко изменить питание. Вот. Я взяла, ну, в тот раз, я не знаю, я показывала, или же в этом влоге только покажу, какая рыба. Нет, ну я в покупках показывала, и, по-моему, у меня что-то в этом видео или в предыдущем было. Вот то, что я снимаю сразу много, потом монтирую несколько влогов. Вот. А в этот раз я взяла марку каждый день на пробу. Но там у меня было филе, а здесь просто как бы минтай, там хек. Ладно, попробуем. Так, дальше что? Лук. Одна луковица осталась, поэтому взяла еще 4. Две маленькие вот совсем себе и две большие собаки. Была акция на сливы, ну, сезонные, по, сейчас скажу, по сколько, по 49,90. Ну, и я взяла, ну, я так планировала килограмма 2 взять, но вот в итоге здесь кило 512, и здесь 856 грамм. Хорошие сливы, я их как бы сегодня брала сначала немножко на прогулку, ну то есть я их там же в торговом центре помыла, благо в туалете теплая вода и все такое, поэтому я помыла, переложила в чистый пакет и как бы вот. И я, кстати, еще брала же персик и не понравился мне, отвратительный, хорошо, что я взяла один, еле доела, вот. Потом взяла себе глицин. Раньше у меня никогда глицин, когда я пила там по таблетке, я, ну, как-то не видела результаты. И, в общем, в итоге проходил срок годности и выбрасывала. Вот, хотя помню, когда-то он мне помогал. Вот, а тут мне ВКонтакте Лена, привет тебе, огромное спасибо за совет, посоветовала 3 таблетки. Утром, 3 вечером. Ну, в общем-то, вот да, действительно имеет место быть, потому что действительно работает. И здесь сколько? 50, по-моему, таблеток. Вот, и, соответственно, уходят они у меня быстро. А здесь одна упаковка куриных спинок, потому что у меня всегда четко 10 упаковок в месяц для собаки уходит и одна для себя. Но в этот раз я поняла, что собаке на месяц нужно будет еще одну или две упаковки, потому что мало того, что в Ашане возникают перебои со спинками, их каждый день по 10 штук утром выкладывают, хотя сегодня вечером их было, наверное, штук 5-6 упаковок лежало. Вот. Но в тот раз еще были какие-то меньше килограмма. И обычно там по 6 спинок лежит, то есть, а тут было по 4, ну и, короче, я поняла, что не хватает. Взяла ему вот это нормальное, как бы и по размеру, и все такое, и кило там что-то такое. Ну, в общем, больше килограмма. Что уже радует. Так что пусть будет. Еще для собаки взяла вот такие одноразовые пеленки. Ну, я режу там на 4 части и вставляю как бы в бандаж. Ну, просто, чтобы не приходилось в день по нескольку раз стирать. Потом я еще взяла помидоры, ну, немножко, на там, несколько дней. 63,49 у меня на 19,55. Потом я взяла сыр, уже убрала в холодильник. Баклажан взяла один. Я вообще их не очень люблю, но вот в этот раз приготовила, мне в принципе понравилось. Ну, взяла один, только вот небольшой. Вообще получилось на 8 рублей 68 копеек. Ну, у меня тот, например, очень долго лежал. Ну и хорошая акция была на кабачки.
Я в тот раз брала по хорошей цене 36 или 39 рублей. Потом они были уже по 59, а тут вот по 39, так что взяла. Да, 39,90, а у меня 7 на 79,88. Тоже хорошо. А в Икее я покупала вот два таких зонтика для своей ученицы. Она меня попросила. У нее уже были такие зонтики, служили ей довольно долго. Ну, точнее, она, вроде как я поняла, своей дочке тогда купила и себе. Ну, у дочки, правда, он быстрее закончил свою жизнь, а у нее, ей он служил довольно много лет. Ну и вот сломался, она меня попросила, потому что я-то все равно там бываю. Они сменили дизайн, у них сейчас есть черный. И вот черный с белым. Хотя вроде там написано, что есть еще белый. Но были только два варианта. Ну вот Юля сказала, говорит, купи мне эти. Черные были по 499, а эти по 599. Ну, видимо, из-за дизайна. Так что приобрела. Ну, просто эти зонтики ей нравятся чем? Они небольшие, то есть всегда везде поместятся. Вот, довольно-таки легкие. Ну, действительно, они как бы легкие. Но мне кажется, что фикс прайс, когда-то я покупала, и зонтик был еще меньше, еще легче. Но, правда, он довольно быстро у меня сломался. Проверить как бы тут невозможно, потому как здесь вот стоит какая-то защита такая. Ну, не то, что защита, а... Ну, короче, да, пластик такой, как замочек. Ладно, уже тогда Юля сама проверит. Себе в Ашане я взяла вот такую папку формата А4. Это мне для раскрасок, там для всего подобного. И в Икее я себе взяла разделочную доску, вот такую маленькую. Я люблю зеленый цвет. И у меня гибкие такие большие доски из Икеи, они мне нравятся, я пользуюсь. Но иногда бывает надо вот, ну, что-то такое маленькое там порезать, и как бы это удобнее вот такая доска. Ну и дешево стоит, 32 рубля, поэтому, конечно же, приобрела. Вообще, мне не понравилось то, что в Икее очень многое продается наборами. Мне понравились, например, тарелки, очень понравились, но они все по 4 штуки были, там по 1000 с чем-то набор, там по 4 тарелки. Они очень красивые, прямоугольные, красивые цвета. Ну, я не знаю, вот почему именно они продают именно так. Потому что, может быть, там... Мне, например, 4 штуки точно не нужно. Вот. И, кстати, именно там я нашла, ну, практически длинное белое блюдо, как я искала. Но сейчас мне как-то не актуально, поэтому приобретать не стала. Решила сразу сделать рыбу на пару, приготовить. Она без голов и, в принципе, по факту чищенная. Вот, так что сделаю, и дня на три мне хватит. Ну, чтобы не размораживать потом. Так, ну и маска на ночь с алоэ вера, а то у меня немножко кожа так покраснела после загара. Ладно, благодарю вас за просмотр, ставьте лайки, интересуйтесь ссылками под видео. Желаю вам здоровья, настроения, вдохновения во всем. Такая вот масочка, буду пробовать. До скорой встречи. Всем пока-пока.